город Балхаш. Вот это, оказывается, строится детский сад. На месте ДК «Строитель» был тут. Там вот... Там сквер. То есть парк. И... Здесь идет активная стройка. На этом я завершаю этот видеоролик. Хочу пойти вот туда. Здесь подсохло после снегопада внезапно вода. Вот такой обзор сделали. Переделали ДК в садик.